то, что человека могут судить, человеку могут грозить такие сроки просто за посты, до меня все никак не доходило. То я в одном списке с игиловцами и со всякими скулшутерами стало дико немножко. Кто-то предлагал пойти к ФСБ, не знаю, правда, куда они хотели там идти, кто-то в ЦПЭ, кто-то сказал, что не надо писать донос, лучше ее затравить, ведь травлю все сделает лучше, чем МВД. Эти все дискредитации, фейки, ну, там что-то с головой, наверное, просто у людей, их надо лечить или на фронт кидать. Так лучше, наверное, мне кажется, будет, чем сажать. И чтобы они там, ну, жрали харчи.